Петр, всем привет! Вы на канале Вэл, и сегодня будем играть в «Привет, сосед». Но мы будем сами «Привет, соседами». И мы должны будем друг друга... Или с ножами. Вот. Сейчас мы будем играть роль «Привет, соседа». Это в общем. Так, теперь мы ходим по дому. «Привет, соседа!» Давай все. Пульнул. Этот привет сосед уничтожен. Это было очень страшно. Дверь заперта. Тут что-то вроде пришло. Все. Так, надо как-то выйти бы из дома. Привет, сосед. Ай, что такое? Я в него выстрелил ведь. Надо идти. Все. Как так-то? Я не могу. Они в меня стреляют. Я тут даже в дома не вижу. Все, я его поразил. Своим умением выходить из-под контроля. Как так? Он меня смог. Как они меня смогли? Я даже на шпагат сел. Что такое? Как они меня? А, все, я в доме привет соседа. Сижу пока в туалетике. Как так они меня могут? Не может такого быть. Ну хватит, ребята, нечестно. Нечестно. Ох, все, с этим справились. Как так-то? Я его первый ранил. Что случилось? Ого. А этот хорош. Такой. Нормальный, кстати, сосед. Тут у нас что? Лесенка. Сюда я не хочу идти. Немного страшно. О, ладно. Не хочу туда. Хочу лучше вот посмотрю вот тут вот. Все. Справились. Так, надо тут с ними разобраться. Как так? Я не могу. Они меня вечно хотят пострелять в меня. Так. А может тут как-то что-то новенькое? Нет. Тут ничего нельзя. Убийство произошло тут. Да, банька. Ладно. Ох, страшно. Он с ножом! Ё-моё, как спастись? Я в него стрелял сколько мог. Это было очень сложно. Очень, ребята, было сложно. Вот так вот с ним. Как они
вместе так смогли. Интересно. Реально было сложно. Как? Я в него тоже выстрелил. А как можно подняться на самый верхний этаж? Как они успевают? Я сам не успеваю. Ребята, я сам не успеваю даже уйти. Класс. Куда можно зайти так, чтобы тебя не заметили? И ты быстро хотел из таких ситуаций. Буду я так встречать. Ладно. Это бы когда-нибудь все равно случилось. Но вот так вот. С одного размаха. А? А. Тут кто-то есть. Будьте очень осторожными. Тут никто не дает пощады. Никто. Сколько он делает убийств? За несколько минут. Надо уходить отсюда. Быстро. Иначе он доберется до нас. Как? Я же говорил, он доберется до нас. Но это не он. Надо быть наготове. Да, я же говорил, надо быть наготове. Он так быстро. Не знаю. Как вы? Мне страшно. Прям выстреливают быстро. Как они это успевают? Успевают как-то, но все-таки должны как-то успевать. А тут столько у него квартирок. Это много. Очень-очень много. Ух. Чтоб меня не смогли. Как так-то? Как он успевает прицелиться так интересно, волшебно? И причем у этих перезарядка плохая. Полкая. Опа! Вот это сюрпризик. Как они забираются на второй этаж? Ух! Ух! Ну, быстро. С этим не споришь. Ух! Ух! Нет, не уф. Так, а сколько у меня? У меня 28 пострадавших от моего удара. И я не могу залезть наверх. Так, получи! У меня получи. Это было страшно, кстати. Забирайся наверх, мой любименький. С тобой очень аккуратным. Надеюсь, на это что-то. У нас тут тревога. И пока никого. Так он реально долго перезаряжается. Это его реальный минус. Как? Нет! Нет, мой любимый домик. Хотя бы я на нем родился. Как можно выйти сзади? Безопаснее. Как-нибудь. Может, успею? Должен успеть. Успею. Да, успел.
привет от соседа. Так, дом, ничего. Кстати, вот об этом ничего, надо бы было задуматься. Не стоит в этой игре очень много оглядываться на что-нибудь. Тут клейка. Хорошо. Мы это проехали. Отходим, отходим, отход. План отхода. Ага. Ну вот вам план отхода. Привет, соседа, такой дом большой. Зайти в него почти невозможно. На второй этаж вообще невозможно. Тут на втором этаже вообще почти затеряешься. У привет соседа такой большой дом. Почти лестницу невозможно найти. Только в моем случае я нашел. А может, надо как-то ножиком ее рассечь? А без? Ого, я возник. Сюда как-то смог залезти. Круто. А мне, кстати, нравится. Только я один смог войти в эту интересную комнатку. И никто больше не смог в нее войти. О. Только вот выйти как мне из этой комнатки. Вроде залезть легко. А вот выйти совсем другое. Эй, я тут. Эй, я тут. Идите сюда, я тут. Помогите. Я тут застрял, кажется. Как бы тебя отпереть? Дверь ты ненормальная. Давай же, отопрись. О, ребят, я кое-что придумал. При таких ситуациях я обычно делаю вот это. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А вот что значит залезть на второй этаж? Как так? Это было прямо тут? Фух. Страшновато, но маговато. Ух, иди сюда. Все, я с ним управился. Теперь надо идти задом. Для меня это нормальные маленькие пустяки. Только вот с кое-чем надо еще подработать. Ух ты. Ух ты. Да. Кстати, страшно. О, бля. Получите вы. Так, где у меня там еще? Что-то страшно. Как страшно. Ого. Ой, ой. Как он смог? Как он смог? Даже невозможно. Так я сейчас на втором этаже, значит? Значит, немного... А, сложновато выйти будет со второго этажа. И у меня ноги скрещены. Но в этом есть плюс еще причем. Сегодня... Интересный день. Вы сами знаете, какой Пасха. Этот день, ну, такой хороший, потому что Иисус Христос воскрес. Вот. Теперь возвращаемся к игре. Так, перезарядка. Залезаем. Опля. Ха-ха. Hello. Hello, hello.
Лау, как работа? Успешно. Зайди ко мне в гости на чай. Как? Интересно, как бы можно было вот такой полегче залезать? Вот тебе. Хоскинс! Помогите мне. Застрял с ним. Как так? Я не успеваю. Дайте мне хотя бы в доме. У него. О, вот. Кстати, мы теперь союзники все. Наверное. И прошу, союзничество лучше. Так ты! Ах ты! Получи бы. Получил бы ты. Ох, как так-то? Я же его тоже ранил. Я это своими глазами видел. Ну, такое случается. Очень кстати. Сложновато объяснить, как случается все это. Что почти не вообще не дают залезть на его крышу, чтобы пристреляться. Тут надо стрелять во всех. Ох ты! Как успел, кто позволил? Мой любимый пушечка. Моя любимая пушечка моя. Ты меня не сможешь достать. Ух ты, пух ты. Ух ты, пух ты. Ух. Ну, вроде оторвался от этих людишек. А. Хопля. Это еще будет быть наготове. Они в любую минуту подходят. И надо всегда знать. Ну, то есть, быстренько реагировать и пиф-паф. Пока что никто не хочет. Ох, нет. Ну, почему именно в этот момент? И у меня вечно плохая пол. И лучше бы все бегали с ножами, а я был с этим. Как так-то? Их тут слишком много, потому что... Эх, выживает, наверное, только один. Да, ну тут выживших может быть немерено. Тут в баньке происшествие, короче. Ладно. Будем, наверное, жестковаче. Потому что жестко. Ой, у меня тут тоже потолок свисает от наших бомбардировщиков. Как? Ну вот, почему так создатели придумали то, что мы не можем их бить, а они нас могут? Нечестно вообще. На нас внимания не обращают. Вот. В них, если что. Ах, и этот павлин явился. Улетно. Эй, павлин. Что ты являешься каждый раз, куда не надо? Ох. Все, явился красавец. Но уже не красавец. Надо ждать его появления. Очень скоро он появится у нас. Ах. Все, появился. Нет, 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 нет. Нет, нет, за что? И почему я на поле боя? Я хочу обратно. Обратно, обратно. Эй. Ой, ё-моё. Ой. Тут рождается, там рождается. Ах.
даже перезаряжаться. Ах! Надо тоже ножи уже брать. Не, ну с ножами все-таки нет. Не, ну у меня прогресс 48 вроде. Ах. Это мы друг друга так? Надеюсь. Нет, ну тут уже нужен пистолет. Думаю и знаю, почему я. Думаю и знаю, почему я. А, ой, ё-моё! Реально было страшно! Тут их изрезали просто. Нет, и меня опять изрезали. Уже брать что-нибудь круче. Быть умнее. Всегда. И знать, когда, и что делать. Иначе не бывает. Что у меня 48. У меня еще хочется, чтобы было еще больше. Но небо может быть. Набрал, так набрал, короче. Вот так. Что я могу замечать? Ой, а куда-то мы впрыгнули? И как здесь меня смогли найти? Я, наверное, на втором этаже сидел. Так и понимаю. Так, осторожненько. Снайперим, снайперим. Снайперим, снайперим. Опля. Ножичек. О, ножик. Так, снайперим, снайперим. Снайпер. Ну вот поснайперили. Мне 51. Ах, вы. Значит так, вот со мной идете. Опля. Ну что такое? Ну, я хотя бы у меня 51, наверное. Ну что вечно они ко мне только прибегают? Там прячутся где-то. Надо. Ой, как, кто его тут подделал? Хорошенько. Ах, вот тебе. Нет, как он... Все-таки ожил. А ничего такой. Молодец, кстати. Хороший. Удля! Ох. Ой, ё-моё, кто меня вечно роняет. Тут нет людей, которые могут иногда прикрыть. Опля. Да. Сейчас повезло немножко. Ох, вместе. Эй, стой, я еще не готов. Чего они меня вечно подбивают? У меня как-то... Я плесун какой-то. Ребята, это была очень классная игра. То, что мы были в доме привет-соседа. И мы, ну, что-то вроде были как привет-сосед. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лев. Это была очень классная игра в «Привет, соседа».